Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть с вами в Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с того, что у нас на арене надо получить реворд. 24 карточки на нашу ведьму. Это хорошо. Давайте посмотрим, что еще нам дадут помимо этого. Опа, опа, опачки. Так, я могу отметить, что... Ну, ладно, зомби радиационный взрывной нам пригодится. Ну, это не очень. А вот это хорошо, 13 карточек на этого ветродуя. И 21 тысяча голды. Это стоящий, кстати, реворд. Так, ребят, давайте посмотрим, что нам тут выпадет. Какой противник? Так, 70 уровня. Даня, узнаете, а? Пуговку. Так, ну что? Я думаю, что здесь... Смотри-ка. Слушай, комбата, в принципе, неплохая. Чем-то напоминает мне мою, если честно. Смотрите, так, так, так. Только у меня здесь нет чумной мыши. Ну и, соответственно, вместо деда здесь у меня ведьма. Хорошо, я надеюсь, вот эти... Нет, это опасно. Ронин здесь есть. Хотя, какая нам разница, что здесь есть Ронин? Он нам, в принципе, не мешает. Ну, побежит он в истерике, ну, плюхнется. Ладно. Я все-таки попробую вот этой вот комбой завалить его. Это, наверное, ребятушки, будет у нас последний бой на арене. Потому что потом будут давать мне офигеть каких противников. С которыми, естественно, я уже вряд ли смогу справиться. Так, давайте быстро щитобота разберем. Там уже второй на подходе. И, наверное, мне надо вызвать... Ага, он все-таки меня немножко опередил. Но это ненадолго. Это ненадолго. Давай заплевываем. Сделаем еще вот так. Шикарно. Я вот интересно... Ого-го-го-го-го-го! Тихо-тихо-тихо! Ты что так ускорилась-то? Эй, ниндзя, успокойся, на самом деле-то. Офигана. А что на самом деле делает вот этот вот завод? Какая у него спецвозможность? Я так до сих пор, честно говоря, и не задавался этим вопросом. И, честно говоря, не знаю. Может быть, оно дает какое-то ускорение? Да это уже и не важно. Все, разбомбили. Кстати, сегодня мы обязаны с вами получить новый уровень. И это будет 76-й. Так что будем сегодня к этому стремиться и идти. Давай зайдем в магазин. Халявка есть? Есть халявка у нас. Любитель витрин. Я завершил квест. Забираю вот этого ходячего зомби. Угу. Забираю, естественно, гемы. Одну штучку, да, всего лишь. Так, собери бонусов неистовства. 5 штук. Это как понять? Бонусов неистовства. Так, пройди через врата. Сразись в боях на арене 5 раз. Повысь уровень захватчика 3 раза. Да, понятно, это все постепенно. Постепенно будет. Ну что же, мы с вами идем. Погоди-ка секунду, идем. У нас же еще ежедневное испытание. Что это я вперед, батик-то побежал. Разыгрывается к тому же 16 карточек тигра. Ого. Прыгун, тигр. А кого дадут мне? Не, ребят, поверьте, даже заморачиваться не стоит. Тут нет у меня таких бойцов, которые могли бы противостоять. Да даже хотя бы тому же самому прыгуну. Поверьте, я не смогу его законтрить. Ну и, соответственно, тигра. Тут еще и бородавщик. Так что сегодняшнее испытание мы проходить с вами не будем, чтобы не терять наше время. А сразу же пойдем на основную сюжетную линию. И у нас... Так, вот здесь мы прошли. А, мы уже две территории прошли. Вот мы с вами остановились на территории нежити. Здесь, значит, голем и... Банши. Естественно, наверное, мы будем встречать эту команду лихую. Справится. Слушай, да почему бы и нет? Справится, я думаю. Тьфу. Ну, голем, да, мощный. Но я думаю, что мои БФГшки... Ладно, посмотрим. Не буду, ребят, загадывать. Тут, как бы вам сказать, такая двуякая ситуация. Я знаю, что сейчас вызовет, ну, голем, естественно, голем. Мой Палыч вряд ли, конечно, здесь с ним справится. О, я еще и под Банши. Ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, ребята, как-то... Блин, вот она начинает орать. Давай БФГ попробуем. Что у нас получится? Оу! Да ну! Так, поехали, попробуем. Фигня какая-то получается у нас. У меня, ребята, получается какая-то фигня. Разбивают они, хоть ты что сделай. Нет, этот отряд здесь не катит. Ну, вы посмотрите, что эти банши делают. Ладно, я проигрываю. Я даже тут бороться не буду. Бесполезно. И, естественно, гемы я тоже тратить здесь не буду. Ладно. Понял я, что... Смотри, он одну за другой вызывает эту вонючую свою банши. Ладно, раз вы напросились, давай.
Давай, иди сюда. Как говорится, выдел меня из себя просто-напросто. Вот я не хотел этот отряд брать на этих сынков. Ну, раз они напросились, все. Все, они меня просто взбесили. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Сейчас я этих банд что-то... Да, рутся они у меня здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку, ребятули. Сейчас все будет как надо. Так, давай, 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 Ронин. Вали их там всех. Вот так вот. Ну что, баншуля, все? Дооралась? Можешь еще где-нибудь там поорать в другом месте. Как твоей душе угодно. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Вот так вот сделаем, а? Что сразу, взгрустнули, а? Все, раскисли? Ну вот. А то вышло тут не орет, блин, еще. Я тебе пору. Ну, Ронин по красоте. Ну, вы все прекрасно поняли, да, ребят? Без слов, как говорится. Да выеживались эти сосунки у нас тут. Да хоть ты там заорись, хоть ты там что делай, хоть... Подавись от своего крика, все равно тебе здесь не выиграть. Понимаешь, не выиграть. Этого никогда не будет. Тихо ты. Тихо, 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 выеживается. Идет она. Так, ну, немножко меня, конечно, потеснили, но это мелочи жизни. Ух, поехали. Так, кто сейчас здесь прибавляется у нас? Ой, блин, почему сразу прыгун? Прыгун, да-да, вот это вот фигово. Что делать-то будем? Так же, что ли? Вот прыгун на прыгуна, да? Ладно, давай попробуем. Как-то надо будет его контрить обязательно. И это должен быть, наверное, джиггернаут, скорее всего. Хотя, если он вниз... Ах, вот так. А почему ты так сделал? Голем. Давай тоже на голема вызовем. И мне нужно стоять здесь, ребят, потому что я боюсь, этот выйдет, как его. Прыгун. В неподходящий самый момент для нас. Да ведь? Это такое может быть? Может, почему бы и нет. Но он не вызывает. Слушай, это хорошо, что пока не вызывает. Ну-ка, иди отсюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да ну, блин, да чтоб тебя! Ну как так... Да, не вышло. К сожалению, блин, не вышло у меня ничего. Придется, ребята, этот уровень нам переигрывать. Здесь он просто перепрыгнул. Без неистовства. Вот, просто, видишь. И все время надо этого олуха контрить. Постоянно. Это меня напрягает. Вот в прыгуне меня это прям бесит. Да идите вы там, достали уже орать. Так, ну. Забомбили, отлично. Отлично-то отлично, но в то же время нам нужно... А, кстати, мы знаете что, ребят? Мы сейчас с вами затратим всю энергию, да? А потом, бац, получаем левел. И у нас все откатывается. Поэтому я, наверное, возьму вот этот отряд. Все равно энергия у нас восстановится вся. И там можно будет... Ух, как далеко зайти. Очень далеко зайти можно будет. Начинаем. Так, кто у них тут выйдет? Я уже забыл. Он вызывал обычно голема, да? Да, он вызывал голема. Давай, Ронин. Я, если что... Ой-ой-ой-ой-ой. Боль-то какая. Да маг, 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 ты мне здесь нужен. Давай, с отражением, пожалуйста, с отражением. Нет, почему-то. Почему-то, блин, не срабатывает ни отражение, ничего. Ай, прыгун, как мне его контрить, ребята, я ума не приложу. Опять не вышло, что ли? Да, ребята, опять я спекся. Ты представляешь? Вот это да. Вот это да. Давно такого не было. Вот серьезно вам говорю, чтобы вот так вот быстро спекался я. Пи. Ну-ка, давай так вот сделаем. Слишком короткая дистанция. Я не успеваю, ребят, на спамить своих этих ребятулек, свою армию. Да, конечно, ага, разогнался. Во-во-во, через отражение сам себя и грохнул. Прыгун. Ладно, ребят, я ускоряюсь, потому что, ну, переигрывать в любом случае опять нам придется этот этап. Как ни крути. Все, прошли. Лишний опыт нам не помешает. Получаем 371 опыт. Поехали. Ух, что ж ты будешь делать? Как же так получается у этого вонючего прыгуна, а? Нас перепрыгнуть и... Хм...
Даже наши... А, так правильно, вот оно в чем проблема-то. Ребят, 82 уровень, а у меня-то 75-й. Ты представляешь, это на 7... На 7 уровней он круче меня. На 7! В общем, моя основная задача здесь не получить повреждения. Понимаете, да, к чему я? Не получить, еще раз говорю, повреждения. Ронин, ну как всегда, ну идет. Блин. Давай так. Сейчас он вызовет прыгуна. Смотрите, он меня сейчас вот просто подловит. Или не подловит. Что-то сейчас вот не так делает, как в тот раз играет он. А ну-ка. Вот он, говрюша вышел. Ронин, давай, помогай. Джух. Жух. Блин, какой-то... Во, сердечко. Фу. Возможно, ребятушки, меня вот это и спасет. Возможно, а возможно и не спасет. Еще один выходит, прыгун, смотри. Так. Жарь его. А вот так вот, а? Что? Прыгунок. Тихо, карточку отдай сюда. По-моему, все удачно у нас получилось. И, блин. Есть, успел, смотрите. Он сейчас бы, вот побежал бы, вот серьезно вам говорю. Прыгун уже готов был рвануть, но мы успели завалить базу. Ну что же, третий этап. Ох, ядрить, макарить. Тут уже и когтисты, но прыгуна нету. Поэтому я думаю, что, наверное, вот этот вот отрядик, что вот этот вот отрядик, наверное, все-таки у нас забомбить-то должен. Наверное, надеюсь я на это. Надеюсь, она лучшая, худшая, да, само придет, как говорится. Естественно, мы... А, тут еще и у нас довольно приличная дистанция, то есть я смогу быстренько наспамить своих ребятулек здесь. Так. Кто? Кого он сейчас пошлет? Понятно. Ой. Ой-ой-ой. И вся шайка-лейка, ребят, пошла. Абсолютно вся шайка-лейка. Мне только фаербол здесь поможет. Фаербол. Ну. Вот так вот. К ногтю их всех. Голем против голема. Плюс когтистый тут подключается. Мне нужен еще один джаггернаут. Во. А как ты... Я не понял, прыгун, ты что-то не доделал, по-моему. Ты не добил вот этого вот мордастого когтистого. Давай еще одну чумную вызовем. Ага, травим их так всех им, чтобы было неповадно. Так, прыгун, мало ли он нам пригодится здесь. Еще вызовем големчика. И фаербол туда. Да кучи. О, прыгун у меня уже все, башню воротит. Давай, не расслабляемся, ребятулечки, не расслабляемся. Напористи, давайте. Не понял, а кто? Кто подбил моих летучих мышей? Там, по-моему, ребята, вылетел черепок от этого, от когтистого, да? И такое пламя там было. По-моему, так все это дело произошло. Я сейчас фаербол туда заряжу. Сейчас я заряжу туда фаербол, все будет шикарно. Поехали! Ты-дыч! Блин, големы, ребята, на исходе у меня. Оба причем. Один уже упал. Эти пока допрут. Так, вызываю я как этого прыгуна, когтистого уже всех тут поперепутал. Ну, давай. Сопротивление там у кого-то. Сколько? 30, блин, 4 секунды? Эй! Так, дело-то не пойдет. Ну, блин, да что ты... Я офигею, да? Не получается пробить, ты представляешь? Ох, хохошечки, хо-хо. Надо было мне дурачку накопить ману, да вызвать деда, и все. 8 секунд, не получится. Ладно, хотя бы давайте попробуем уничтожить их тут всех. Может быть, опыт получим. Да почему может быть? Мы и так его получим здесь. Давай, фаербол. Оп! На ускорении. Блин, на ускорении милое дело вообще играть. Практически любого разносим. Практически. Так, давай. Еще джаггернаута вызову. Так, блин, когтистый, уйди. Тут и ведьмы, и кого только нету. Опять, ребят, мне придется фаербол, блин. Так и живем с вами от фаербола до фаербола.
О, Джаггер там решил, ребята, прикорнуть маленько, видите, да? Устал, бедняга, с дороги. А этот устал фармить мобов своих. Ну, давай, ну. Деда надо было призвать, да я просто все время забываю. Ну вот, дед и вышел. Как только я деда вызываю, сразу же победа за нами, ё-моё. Хорошо, я понял, этот уровень нам придется опять же, ребят, переигрывать. Слушай-ка, ну какая-то капитальная тут засада. Какая-то капитальная, просто не можем пробить. У нас не хватает, ребята, силы, мощей, чтобы уничтожать как можно быстрее врага, понимаете? Так-то, в принципе, все имбово, но вот из-за того, что он убивает у меня быстрее моих ребят, мы проигрываем. Только в этом. Сейчас я попробую вызвать ведьму. Надеюсь, не получится у меня уже, по-моему, ни шиша. Уже рядом. Так, Ронина. Давай Ронина вызовем. А он как всегда. Не спешит, ни шиша, блин. Давай вот так сделаем. О, вот так вот будет оптимально. Так, Ронин, есть, молодец. Тух. Ну, добила, молодец. По красоте. Видите, да, вот эта вот черепушка отлетает от когтистого и вот наносит такой нехилый довольно-таки урон. Почему-то у моего мага-воина давно не срабатывало отражение. Вы заметили это? Давненько. Слушай, я все хочу на ведьму накопить, и все не получается. Вот сейчас постараюсь накопить. Сейчас вот постараюсь. Ну, ведьма, давай. Есть, я вызвал. Вот и отражение сработало. Так, притягиваем вот этих всех обормотов. Отлично. Ну все. Так, нам главное теперь поспешать, потому что времени у нас в обрез. Буквально минутка всего лишь осталась. Давай мага-воина вызовем. Надо продавливать их, понимаешь? Чтобы они не успевали здесь. Меньше минуты осталось. Меньше минуты, но идем. О, ускорение, которое нам может помочь. Слушай, возможно, все у нас сейчас получится. 46 секунд. 46 секунд, 42. Уже пол здоровья у базы нету. И добивочный. Да. Красота. Ух, 371 опыт получили. Ну, сколько там еще до уровня-то, а? Давайте, ребята, глянем, может быть. Мне просто интересно, может быть, вдруг мы с вами не успеем, и вот будет облом-то, а? Да не, должны успеть. Так, что ты мне? Мне это не надо. Там, ну, совсем маленечко осталось, ребят, совсем маленечко. 500 очков всего лишь нам не хватает. А может быть, здесь есть баночка? Есть баночка, смотрите, вот и все, ребята. Поздравляю нас с 76-м уровнем. Поздравляю, конечно же, ребята, вся энергия, все у нас восстановилось. Плюс 17 гемов мы получаем, и давай... Еще вот так вот сделаем. И вот так. Ой, зачем я это делаю? Нам же... Зачем я это сейчас... Смотри за то, сколько опыта мы получили сразу же. Хе-хе! Так, где мой Uber... отряд? Да, я, конечно, зря начал покупать баночки. Надо было вначале прапать всех, а уж потом заниматься этими прапыванием. Сейчас не хватит у меня голды. Угу. По 10 тысяч на каждый ап. Да, тут аж 20. Хорошо, давай, кого там еще осталось? Еще осталась чумная мышь и дед. На деда, к сожалению, не хватает. И, по-моему, вот здесь у нас... Так, баллисту. Все. Пока гейм овер, ребят. Поехали. Поехали в бой. И у нас предпоследний этап за нежить. Может быть, мы сегодня пройдем этот портал весь? Кто его знает? Ах ты, тут опять прыгун. 83-й уже уровень, офигеть. Скоро будет 86-й, и знаете, это будет, ребята, на 10 уровней, а не круче меня. Здесь, знаете, в чем проблема? Здесь жрец, или как его там, тьмы, служитель тьмы. Служитель тьмы будет выходить, хилять, соответственно, будет голема. Плюс этот прыгун, нервотреп. Ты знаешь, что я подумал? Я хочу вот эту вот базу отсюда забрать. И поставить сюда. А может быть, не стоит этого делать. Поехали, короче. Энергия у нас откатилась. Будем пытаться. В этот отряд можно было бы, конечно, вернуть и прыгуна.
Можно было бы вернуть и прыгуна. Ага, вот так вот он решил сделать. Слушай, это опасно. Сейчас он будет делать прыжок. А мы вот так вот его. А? Молодцы мы какие, да? Встретили его. Карточки выпадают, причем довольно неплохо. Я буду, ребят, вызывать ведьму. Я, наверное, на ведьму буду копить. Слушай, возможно, у нас даже все прокатит здесь. А почему бы и не? Почему бы не прокатить? Так, куда голем пошел куда-то себе? Опа, опа, о, а, нет, он без низа. А так бы сейчас, ребята, было бы плохо кому-то. Кому-то, мне бы, конечно, было бы плохо. Я все время забываю, что здесь прыгун. Надо его обязательно... Карточку отдай. Вот он! Служитель тьмы, блин, собственной персоны. Явился, блин, не запылился. Неужели разбомбим базу? Хе-хе. Вот сейчас как-то легко все было. Вот один уровень поднимаешь, и уже чувствуется, ребят, какая офигенная разница идет. Ух. И смотрим, кто здесь. Здесь у нас дедулечка. Дедулечка, да. Это. Но здесь нет попрыгульки. Ага, а это значит что? Это значит то, что мы будем вот этим отрядом играть. Я не хочу рисковать. Значит, основная наша здесь сейчас задача — успеть быстрее его вызвать ведьму. Ну и потом как-то контрить дедулю, потому что если он звезданет, вы знаете, что каждый удар этого деда станет моих бойцов на доли секунды. А эти доли секунды, естественно, решают потом многое. Сейчас я буду призывать... Я сразу же буду начинать с ведьмы. Я хочу попробовать так именно зарулить. Давай, давай, ведьма, давай, 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 давай. Отлично, все. И буду сейчас пробовать применять. Ну! Вот так вот. Вот именно так я и хотел сделать. Нормуль. Ронин. Блин, Ронин с раскачкой вышел. Он не вызвал? По-моему, нет, пока еще никого не вызвал. Ага. Когтистый упал. Служитель тьмы тоже падает. Ронин, ты... Вот! А вот, ребята, и самая злющая, блин, фигня вышла, которая могла выйти. Опа, мы его застанили. Служитель тьмы, чтобы не хилял его, а? Да давай, 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 есть! Ха-ха, вот она. Вот она, стратегия Рея. Ребят, мы забомбили сейчас с вами дедульку, хирульку. И, естественно, разносим к чертовой бабушке базу. Поздравляю нас. Уровень очень много чего решает, поверьте мне. И мы с вами берем, открываем сундук заслуженный. И кто нам выпадает здесь? 9 банши и 9 тысяч. Кстати, неплохо, неплохо. Переходим с вами опять же на карту подданных. И это последняя карта в этом портале, это последняя территория. Так, знаете, что я сейчас хочу сделать? Мы с вами заработали маленечко денежек, да? Поэтому, я думаю, будет справедливо, если мы кого-то с вами прапаем. Так, прапаем. А кого мы с вами можем здесь прапать? Друидку? Деда. Давай деда прапаем. Че он у нас какой-то, да? Отрешенный от всей команды. Все, поехали. Давай посмотрим для начала, какая здесь будет команда. Ой! Это детский лепет, поверьте мне. Поехали. Это детский лепет. Я, кажется, понял. Здесь будет команда с этим... Или фехтовальщик здесь будет, либо здесь будет этот. Как его величать-то? Так, тихо, 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 тихо. Куда ты? Ух, я должен успеть. Да, я успел. Он не пробьет. У меня голем быстрее будет отхиливаться. Ну, не быстрее, конечно, но около того. Оу. Так, джаггер. Здесь джаггер нужен. И чумную мышь. Вот так мы с вами сделаем. Так, фаербол, наверное, да, придется нам? Вот, по красоте. Отдай карточки. Ну, все, ребят. Этот уровень у нас в кармане. Отлично, мы, кстати, начали. Да, мы пройдем, наверное, сегодня этот портал. Кстати, это, по-моему, в первый раз у нас за день практически с нуля мы проходим портал. Целиком, сразу же. Но здесь повезло, видите, мы получили с вами уровень, у нас все откатилось. Как бы довольно хорошо сложилось. И фаербол в добивку. На! Ой, тут ураган и деньги. Что только не падает мне. Игра просто любит меня. Что же, отлично. 495 опыта мы получаем с вами. И, соответственно, двигаемся дальше.
Ух, так, здесь, ну, в принципе, все, я понял. Здесь, опять же, этот копейщик будет. И потом уже действительно будет, по-моему, фехтовальщик добавится. И уже потом в конце, в самом, прибавляется разбойник. Вроде бы все будет именно вот так вот, как я вам сейчас говорю. Единственная разница, что уровень, конечно, будет крупный здесь. Большой довольно-таки. Так, пока никто не идет, я буду копить. Ага, вышел паладин. Паладин вышел. Ага, и вышел. Хорош, мелюзга, куда ты прешь? Давай чумную мышь вызовем, пускай она нам здесь хоть как-то поможет. И держим, ребят, держим оборону, потом фаерболом я, конечно же, все это дело вот так вот присмаковал. Слушай, а может быть не мелочиться, просто взять и вызвать деда нам, а? Я думаю, что успеем вполне его вызвать. И тогда тут начнется веселуха. Смотри сейчас, что будет. Сейчас будет расколбас полнейший. Бум. Что-то он там пыхтит, этот паладин. Ничего у него не получается. Ой, паладинчик, паладинчик. Ну что ты делаешь? Ну что? Ну не смеши ты меня, ну пожалуйста. Идите отсюда. Мелкий рыцарь. Крестьянин. Надел какую-то каску, которая забрала, даже на лицо не надевается. Выеживается мне тут. Так. Все, пошел, распил базы. И... Да. Ух. Опять же 495 опыта. Что-то один и тот же опыт падает нам. Так, ну что, третий уровень. О, вот здесь уже, ребят, будет посложнее. Здесь прибавляется грифон. Слушай, значит, это не тот этап, где у нас будет фехтовальщик и разбойник. Здесь, скорее всего, будет грифон и кто там у них еще, я не помню. Какой еще убер-пупер класс там есть. Грифончик, блин, самый противный. Это грифон. Ну, у меня есть маг-воин, как-никак, да? Куда ты? Куда ты разогнался, а? Ну-ка, Ронин, накажи его. Жук! Будь знать, да, свое место? Так, еще один, да? Жук! Слушай, я хотел сказать, да, я накоплю на ведьму. Блин, не дадут мне они накопить, блин, на ведьму. А! Пришлось мне так сделать. Жду грифона, ребят, я суперудар не буду тратить до появления грифона. Просто ни к чему это сейчас. Как только вылетит грифоша, грифа, как я его называю, мы сразу же с вами будем использовать суперудар, чтобы его притянуть к нам вот таким вот образом и, соответственно, наказать. А он что-то улетел назад. Я его только хотел наказать, а он улетел назад. И ведьма. Да, у меня, ребята, ведьма созрела, я ее призвал. Все у нас замечательно. Ну давай, подходи, родная моя. Полторы минуты у нас еще в запасе есть. Не так уж, конечно, много, как хотелось бы, но все-таки. Давай, пробили. Вот, отряд зомбарей у меня идет. Бежит. Паладина расписали. Грифу сейчас тоже распишем. Причем грифа умирает спокойно, без этой бессмертельной своей фениксовой заморочки. Да, ребята, мы переходим на последний. Ведь последний же уровень, по-моему, сейчас будет, да? Нет, вру. Вру. Предпоследний. Лучник! Вы серьезно? Вы мне дали сюда... Ой, блин, надо было, наверное, слушать. И зачем я сюда вот этот отряд взял, а? Вот кто мне скажет? Вот она, спешка, ядрить ее, макарить. Ах, ладно. Придется так справляться. Ну, в плане справляться, играть. Не, ну лучника тоже недооценивать нельзя, ребят, потому что он жарит. Так, идет паладин, он идет еле-еле, я за этот момент... Блин, вот, если бы не вот этот вот мелкий подшнырик, я бы, конечно, бы сейчас вызывал бы уже ведьму. Но этот хулиган мелкий меня просто раздражает. Так, секунду. Давай вот так вот сделаем. Опа! Опс! Пардончи. И ведьмочка вышла, все. Все шикарно. Давай. Ух ты, а тут целый отряд трясогузки появился. Да, по-другому не назвать. Именно трясогузки, елки-палки. Так, давай, валим, короче, их. Карточки нам падают. Я обожаю, когда нас... Так, погоди-ка, они что тут? Они подбираются ко мне. Нет, все-таки мы прожали их. Минус. Минус на минус дает плюс. Ага. Поджигает, а? Ты смотри, ханорик что делает? Но через отражение, блин. Все равно отражение... О, ускорение.
Смотри, смотри, оп, и нет базы. Как будто здесь и не было. Так, интересно, кого здесь дадут? Здесь, наверное, уже будет все-таки король или бишоп. Мне вот это интересно. Кто будет на последнем уровне? Давай глянем. Бишоп, ага, бишоп, значит, грифа. И это, значит, нам вот этим вот уровнем этой командой, ребят, надо будет проходить. Поехали. Потому что здесь грифа. А нам нужна здесь тогда ведьма. Ведьма против бишопа должна заходить на ура. Мы уже с вами неоднократно это проверяли, и все так оно и было. Кого он сейчас будет выпускать? Опять своих мелких ханориков? Нет, он никого не выпускает, соответственно, я... Блин! Выпускает! Именно ханориков. Кого он там еще призвал? Паладиныча. Ладно, на этот раз я буду все, ждать ведьму. О-оу. О-оу. Ведьма, 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 ведьма. Давай так вот поможем, поможем нашему магу-воину. Смотри-ка, что смотри делает, а? Так, мне тут только вот грифа не хватало здесь, вот на этой стадии ранней, блин. Уничтожь его. Молодец, ведьма Алисгуд. Так, что тут? Бишоп, Дишоп, успокойся, успокойся, пожалуйста. Тебе же здесь ничего не поможет. Родной ты мой, хоть пяться, хоть не пяться ты назад. Мы тебя сейчас все равно заколбасим. Так еще падает ровно Харри об землю. Да, ребята, победа здесь, ну, явно наша, явно наша. Тут не поспоришь. Ух, сейчас пойдем с вами забирать реворд. Наш сладкий реворд. И еще и карточки. Слушай, ну карточек сегодня здесь нападало шикарно. Вы заметили, наверное, да? Ну-кася, что нам здесь достанется? Ну, давай сюда. И достается нам, ну, 8 карточек на базу с фаерболом. Ну и почти 10 тысяч голды. Сойдет, сойдет, ребята. И тут мы... Оу, еще 13 карточек на ведьму. 14 на зомби. И 13 на черепаху. Полетели. Полетели, квест завершен. Странник. Слушай, чем-то напоминает мне предыдущую, ребята, партию. Так, тут... А, нефритовая долина у нас здесь. Завод. Завод нефритовая долина. Долина нежити. Долина подданных. И опять же, два завода здесь будет, короче. Давай-ка посмотрим, кто у нас тут. Ага, Джиггернаут 79 уровня плюс боксер. А сколько у меня денег? Позвольте мне посмотреть. Если мне хватит на фляжку энергии, я, наверное, фляжку приобрету. Ну, показывай давай, не томи меня уже. Так, смотрим. 40 тысяч. Тут еще и квест у нас завершен. 40 тысяч. Так, зайдем в магазин, посмотрим, сколько фляга стоит. Оу! 60 тысяч? Они жирно ли? Но зато смотри, сколько дает. 3280 опыта. Ты представляешь, сколько мне нужно проходить по 500? Вот я опыта получаю по 500, да? Считай, 6-7 раз, елки-палки. А тут бац, купил за 60 тысяч. И нормуль. Ладно, ребята, здесь у нас энергии нету. Здесь вот еще есть. Поэтому будем этим отрядом играть. Сколько сможем пройти, столько пройдем, ребят. Может быть, даже не получится пройти эту всю карту, но мы постараемся. Хоть сколько-нибудь, чтобы на следующую серию нам достался самый смак. С чего начнет он, интересно, а? Уровень-то, конечно, у него будет посерьезнее. Что? Джиггернаута, наверное, будет вызывать, да? Мне почему-то кажется, что именно Джиггернаут. Я вызову вот так. Оу! Зачем я это сделал? Зачем я это сделал, дурила? И вот это вот зачем я сделал сейчас? Ага, я успел Джиггернаута призвать, кстати. Хе-хе-хей! Пошел отсюда. Не понял. Какой-то... А, смотри, сопротивление. Вот что делает, ребята, база. Полнейшее сопротивление. То есть я не могу нанести урон. Ты понял? Ага, будем знать. Но опять же, я считаю, что это бесполезно. Все-таки лучше, что то, что наносит какой-то либо урон, либо как-то задерживает врага. Ну, сопротивление, ну это как-то... Тем более, довольно быстро оно как-то проходит. Ну все, тут расколбас, тут уже и нечего говорить. Отдай карточку. Нормуль, победа. Вот смотрите, видите, мы с вами получаем везде одинаковый опыт. Ну, грубо говоря, 500 очков. Мало.
Так, ну что, второй этап. Толкатель здесь у нас объявляется, да? Толкуша, значит. Ладно. Не впервые, как говорится, нам с ним драться. Но 79 уровень, ну да. Серьезно, на 3 левела он выше нас. Причем он со своей массовой атакой. Так, тихо, Джаггер. Джаггер, успокойся. Давай, Джаггер на Джаггер. Будет супер Джаггер. И чумная мышь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, толкатель пришел. Блин, сейчас будет раскидывать всех. Сейчас будет, наверное... А мы вот так сделаем. Бумс, ничего, он не будет раскидывать никого. Он просто в ступоре там упал и помер. Хе-хе-хе. Давай, родные мои. Жмем, жмем гаденыша. К базе его прижимаем. Ну, а там же, как говорится, будем разговаривать по душам. Толкатель, успокойся, а. Дыдич, бомбит, а. Не помогло ему ничего здесь. Давай, прыгун. Покажи, на что ты способен. В ярость. В ярость впало. На. Ну что, по красоте базу разбираем. Да, разбираем. Все. Блин. Нет, успели. Я думал, что этот толкатель будет нам мешаться. Но все отлично. Во. Смотрите, теперь мы получаем с вами 500 опыта. Было 495, а теперь уже ровно 500. Третий этап. Здесь прибавляю... Ого, Джаггернаут 80 уровня. А если я, предположим, возьму вот эту вот команду? Против Джаггернаута, я думаю, мы вряд ли справимся здесь. Именно вот этими ребятами, которые... А, я еще их даже не пропал. Ё-моё, мне же не хватало денег. Они у меня до сих пор 75 уровня. Угу. Ладно. Сейчас, естественно, придет Джаггер против Паладина. Джаггернаут, конечно, рулит. Против Паладина Джаггернаут рулит. Вот он, тем более он 80 уровня. Что мы можем сделать, предпринять здесь? У нас есть база, у нас есть, ребят, баллиста. Об этом тоже не стоит забывать. Так, сейчас будем вот так вот применять с вами. Оп! Кто там ползет? Что за... А, этот чувак у нас. Только не массово, только не массово. Бумс! Ты видел, что он делает? Да-да, вот так вот. Свой снаряд запустил, и все, и всем крышка. Причем довольно так быстро он его запустил, если подумать, да? Больно быстро. Опять он вышел? А, не успел пикнуть. Нормуль. Хорошо, отлично сработано было. Так, разбираем, разбираем, разбираем. БФГшка у меня там наяривает. Смотри. Нет, это не БФГшка, это у меня там баллиста наяривает. Так, что-то у меня с армией здесь как-то не очень хорошо. Ага. Так, надо нам, наверное, супер удар применить. Попробуем. Расколбасили. И еще одну БФГшку я вызываю, на всякий случай, чтобы она контрила. О, их тут даже не две, а три. А три БФГ это хорошо. Вот, блин, они действительно хороши, вот эти БФГшки, но надо им поднять все-таки звездность. Уровень повыше. И тогда они будут вообще по красоте бомбить. Ну, вы видели, да, что делают БФГшки, когда, например, впереди идет танк, а они сзади вот так вот плюются. И когда периодически у них срабатывает вот этот вот супер удар, вот этот лазер выпускает. Фу, причем они бьют не только наземные, как мы узнали, но и воздушные цели. Так, бот-паук, это уже плохо. Это уже плохо, ребята, с бот-пауком шутки как-то плохи, поэтому вот этот отряд возьму я. Бот-паук, да. Сейчас будет опять туда, тени толкай называется у него. Спецудар, блин. Он притягивает, потом оттягивает. Никого не вызывает? Странно. Странно, может быть, я успею на деда накопить? Прикинь, я сейчас деда вызову, и он тут разрулит ситуацию просто за пару сек. Толкуша вышел. Вышел толкуша, да? А я успею, кстати, деда вызвать. Прикинь. Я еще даже успею фаербол применить. Вот это да. А Джаггернаут, ребята. Но он все равно получил урон. И я вызову своего Джаггернаута. Вот, идет. Ненаглядный наш, блин. Тяни, толкай. Начинает вот баловаться, а. Да, баловался. Так, отдай карточку.
Да, тут надо просто побольше чумных мышей, и все, и дело будет у нас в кармане. Оу, ускорение. Отлично, спасибо тебе большое, игра, спасибо тебе. Так, и квест завершен. Истерия. Действительно, подходит, ребята, истерия. У меня иной раз в играх так бомбит, что по-другому не назвать, как истерия. Так, ну что же, здесь у нас лютый враг. Здесь у нас будет атомобот. Но знаете, в чем вся хреновая соль? Вот именно этого этапа. У меня нет дамага. Если, предположим, пойдет атомобот, кто его будет здесь контрить? Никто. Никто просто не сможет ему даже слова сказать поперек. Он просто подойдет и взорвется возле нашей базы. Ну, я чисто в опровержение или, наоборот, в знак доказательства хочу посмотреть и убедиться, действительно ли так оно будет. Или мы все-таки сможем и успеем пройти. Не забывайте, что друидка у нас не дамаг. Друидка — это друидка. Она практически никакого существенного урона не наносит. Она как вспомогаловка, она помогает нашим юнитам. Так, ну давай ты уже, баллиста, ты мне нужен. Так, он застанил, но... Ну, немножко не то я хотел. Так, хорош уже выеживаться здесь достал, на самом деле. Так, я хочу вызвать, ребят, друидку. Я на друидку коплю. На друидку я коплю. Вызвал я ее. И теперь наша цель — как можно быстрее дойти до вражеской базы. Тяни тотемы, а, бот-паук. Тяни, пожалуйста, тотемы. Ты же любишь тянуть тотемы. Вот, видели? БФГшка там сработала отлично просто. Нафиг их отсюда. Я еще, ребят, БФГ вызвал одну. Так, погнали, 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 погнали. Блин, полторы минуты. Полторы, блин, минуты, это мало. У нас еще такие юниты медленные идут. Ну, я в той серии говорил, они очень медленные. Хотя кто-то говорил, что у нас здесь есть... Оу! Нет, 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 нет. Да подбейте вы этого говнюка. Ты смотри, какую там бомбеху кинул. Слушай, давай вот так попробуем. Ядрить на... он идет, ребят. Он просто проходит. Ему... Нет, мы его, смотрите-ка, мы его станем. Это станет кто? Это у меня баллисты отлично срабатывают. Вообще шикарно. Смотри, они не дают ему просто... Ух. Ребят, ну это по красоте. Баллисты сейчас отработали на все 100%. Поверьте мне, на все 100% они отработали. Свою работу сделали на пятерочку. Молодцы, они не позволили ему пройти никуда. Они его просто брали и станили. Кто не знает, что у баллисты есть срабатывание на стан. Там такое получается ядовитое облако, и враг просто не может двигаться. Представляете, две друидки. Убер зондер команд у нас здесь. Да. ГЦ, тут по-другому, ребят, не сказать. И во времени уложились, и все как надо. Чин-чинарем. Так, сундук робота. И нам достается хилботик и 10 тысяч голды. Давай посмотрим, кто у нас тут. Начинается, короче, тигр и Ахламон-копейщик. Ахламон-копейщик. Блин, как же мне охота вот этот вот отряд тоже поднять, чтобы он был, ребята, у нас в эффективный отряд, чтобы он был полнодействующим. Представляете, сколько мы с вами могли бы проходить этот отряд, да, например, прокачанный. Этот отряд, можно было, ух, портала 3-4, портала 2-3 проходить за серию. Но это, конечно, долго было бы. Наверное, вы бы утомились. Да и я бы, наверное, утомился. Ну что, будем пробовать, да, против тигра-то вот этим вот отрядом никудышным. Выбора нету. Если мы сейчас здесь сплавимся сразу же, а я сразу почувствую, есть ли смысл в этом или нет, то, конечно же, мы с вами не будем дальше продолжать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка, посмотрим, кто кого. Ага, ну ладно, здесь мой копейщик, копейщик, черный мечник еще справляется. Так, погоди. Не надо. Ну, Палыч, давай. Все, Паладиныч вышел. Дальше опять мечник. Дальше вызываем, естественно, баллисту. Баллисту, наверное, да? Давай вызовем баллисту. Сейчас только лишь одна волна, если вылетит, все, хана нам. Нашему отряду будет крышка. Но никто ничего не вылетел, и поэтому мы продолжаем с вами путь. Душа. Я больше всего боюсь, когда вылетает душа тигра. Огненная такая. Ну и, соответственно, она летит через весь вот этот вот... Через все вот это поле и уничтожает практически всех. Поэтому даже, я думаю, вызывать здесь друидку или
очень много баллист, нет смысла. Хотя придется. О! Вот! Вам только что был показательный пример, что делает душа этого тигра. Но, тем не менее, первый этапчик мы прошли. Да-да-да, и тут не поспоришь. Давай-ка глянем, кто у нас прибавляется во втором этапе. И это будет у нас храмовый пес. Кстати, он тоже очень дешево стоит, поэтому он меня сейчас будет, наверное, спамить именно этим псом. Давай посмотрим, получится у него это дело или нет. По крайней мере, здесь тигра нету, это уже большой плюс для нас. Или есть? Подожди, там, по-моему, есть тигр, что это я? Вот вы говорите невнимательно. Ребят, действительно невнимательно, потому что я смотрю, у меня уже в голове такой сумбур. Смотрю, смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем же так сразу-то? Ну-ка, БФГ отлично срабатывает. БФГшка просто по красоте. Так, нужен паладин. Паладин, паладин, паладин. Их тут 1000, ты один. Вот так он вышел. Он вышел, и поэтому я, ребята, еще вот так вот сделаю. Вот он, блин. Тигриное отродье вышло, явилось, не запылилось. А я как дурачок взял и использовал суперудар свой. Ай-яй-яй-яй-яй. Он просто с прыжка берет и сносит. Да, он с прыжка, ребята. Оп! Прикинь, вот так вот он просто выпускает, и все. И никого не остается в живых в радиусе в этом. В радиусе его поражения, ну, атаки. Так, ну что, давай запустим. Просто все время вот так вот боюсь, что вот, не знаешь, вот опять вылетела душа. Единственное, кто устаивает, это, ребят, паладин. Я даже больше, чем уверен, если вызову друидку, она будет здесь падать. Она наверняка здесь будет падать. Не факт, но скорее всего. Ой-ой-ой, паладин, ну куда ты побежал, а? Давай-давай, расстреливаем, поехали. Тресь, тресь, тресь. Душа? Ну естественно, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Выжила все-таки друидка у меня. Один удар она может выжить. Это хорошо, кстати. Значит, будем знать. Вот она сейчас отхилится, и это будет хорошо. Времени-то у нас, ё-моё, сижу тут гундосю. У нас очень мало времени. Ай, не успеем, скорее всего, по времени, ребят. Да, по времени мы, наверное, тут не успеем. Так-так-так-так-так. Давай выпускаем этот. 14 секунд, нет, не хватит. Не получится. За 10 секунд... Ну, нереально. Тем более, сами знаете, эти идут. Еле-еле, короче. Все. Фейл только лишь по времени. И меня это бесит. Вот серьезно вам говорю. Не хватает в этом отряде дамагеров. Вот серьезно говорю, не хватает. Тут у нас какие-то танки в основном. Где мой дамейдж? А? Где он? Кто мне скажет? Куда я его? Где я его забыл? Где я его оставил? Блин, переигрывать что ли? Получится, не получится, как думаете, а? Последний этап, ой, последний этот у нас, последняя энергия. Кого можно тут заменить? Да не знаю я кого, мечника вот этого. Никак нельзя, он нам пригодится. Он на ранней стадии, ребят, перехватывает вот этих вот копейщиков. Храмовых псов. Ладно, давай попробуем еще разок. А вдруг все-таки получится, а? Вдруг что-то на нас не зайдет и у нас получится все. Так, давай-ка для начала я вызову, наверное, вот так вот паладиныча. Вдвоем бегут засранцы. И хотелось бы, наверное, скорее всего, сразу же вызвать... Ну, баллиста давай, вот. Теперь буду копить сразу же на... Эту, на друидку. Да, на друидку будем копить. Баллиста, не подставляйся. Так, 400... Погнали. О, упал ровно, это хорошо. То есть без этой, без души своей. Ну все, сейчас вызываем друидку и нормуль. Должны здесь разрулить. Друидка, ну давай, ну как долго ты копишься? Все, поехали. Кто-то говорил ускорение. Я не вижу никакого ускорения, чтобы она давала нам. Где ее ускорение? Все кипит, бурлит там. О, ураганчик. Еще одного паладина я вызову. Давай так вот зарядим. Слушай, нам сегодня везет.
Вот сейчас нам везет, потому что тигр умирает уже не один раз, а душу он и не выпускал. И да. Отлично просто, у меня других слов нет. А почему-то опыта мы получаем здесь мало, а почему так, я не знаю. 375 всего лишь заработали. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте все, мы будем с вами закругляться. Энергию полностью потратили, обязательно с вами мы увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игрушку, которая называется Tower Conquest. Так, оу, я даже маленько накопил, тут еще и квест у нас. Хе-хе, истерия. Ребята, грубо говоря, еще остается 53 гема заработать, и эпик сундук будет вскрыт. Надеюсь, даже это будет уже в следующей серии. Так, ну что, кого тут у нас остается прапывать? Кстати, здесь вот одна энергия накопилась. Давайте, ребят, наверное, мы потратим ее. Ну, уходить как-то с энергией, ну, это не по-нашему. Давайте потратим. Если бы мы с вами не справлялись, да, я бы мог сказать, ну его нафиг, встретимся в следующей игре. Ну а этот-то отряд имбовый, вы же знаете прекрасно, он тут всех разнесет в пух и прах. Хоть тигр, хоть хиригр, ему все равно, абсолютно. Так, тут уже Ронина, я что-то как-то не заметил. Разговариваю, как говорится, лопачу тут с вами. Ну-ка давай, Ронин, покажи-ка ему, где раки зимуют. Будет тут еще выделываться мне. Ну, не-не-не-не, тигр. Так дело не пойдет. Упал ровно. Отлично, по красоте. Я обожаю этот отряд, вот серьезно говорю, просто обожаю. Вот это называется отряд дамаг. Просто маг-воин, Ронин. Просто тут крит на крите. Плюс наша ведьма-имба, которая делает такую армию, что мало кто просто пойдет против нас. Причем враг сильнее нас на 5, на 6, порой даже на 7 уровней. И мы все равно выстаиваем. Так, ну что, у нас 96 тысяч голды. И мы будем, наверное, с вами апаться. Апаться. Начнем с друидки. Она сегодня хорошо поработала. Я думаю, она заслужила. БФГшка тоже отлично работнул. Молодец. Ну, баллисты, естественно, ребята. А он у нас и прокачанный. Так, Палыч. По красоте. Мечник тоже неплохо отработал. Ну и база, само собой. Как же без базы-то? База это наше все практически. Выручает просто идеально. И половину 77 уровня мы уже с вами набили. Так, а здесь я подниму, наверное, терракошу. И грифу, может быть. Грифу, подожди. Грифу. Нет, слизня мы не будем пока. Каспера тоже пока не будем. Давай, наверное, нашего лорда. По чуть-чуть буквально, да. Еще и квест завершили, эволюция. Ну все, дорогие мои друзья, вот на этой ноте действительно можно закругляться. Смело все, сегодня мы отработали с вами. Все сделали, кроме ежедневного испытания, которое, я вам серьезно говорю, нет смысла идти туда. Будем копить 500 гемов и откроем с вами вот этот эпический сундук, где будет нам предоставлены 690 карточек и гарантированно эпический. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.